Шивахам, 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 Шивахам.
Намасте. Спасибо, что вы все здесь. Спасибо, за что вы такие хорошие. И, в общем-то, с вами легко. Спасибо за это. Следующая мантра будет про Ганешу. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь видел картинку слоноподобного существа? Вот. Помогает во всем. Особенно тем, кто хочет куда-то идти. Намаха.
Спасибо большое. Нам здесь так хорошо, потому что вы такие. Спасибо огромное вам за это. Я думаю, что не нужно обделять вниманием тех, кто смотрит нашу трансляцию, тем более, что один очень важный для всех нас человек, который... В какую камеру помахать? Вот, наверное, в какую-нибудь. Да. Илюша, привет! Это я передала привет своему сыну. Он сейчас с бабушкой сидит и смотрит трансляцию. Привет! Я слышу, как ты мне кричишь. Это самый верный наш поклонник. Он на всех наших репетициях. Мы же Soul Kitchen дома репетируем. Сейчас мы будем петь следующую мантру. В общем-то, это даже не мантра, но в принципе мантра. Если перевести мантра, что такое мантра? Мантра — освобождение ума. Если говорить «Локка самаста сукхино паванту», то есть «Я желаю счастья всем живым существам на всех планетах», то, в общем-то, это освобождает ум. Пожалуйста, присоединяйтесь. Самаста, сукхино баванту, локасамаста, 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 сукхино баванту, 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 сукхино баванту
Вера. Единственная мантра, которая у нас не на санскрите, африканского какого-то народа. Что там еще? Но это тоже про любовь. Все, что мы поем, это про любовь. В том или ином аспекте. Будьте счастливы, дорогие. Thank you.
Можно закрывать глаза и спать. Ом намо бхагавате васудевая. Следующая мантра. Она помогает осознать то, что абсолютно истина находится везде и одновременно в нашем сердце. То есть в каждом, внутри каждого атома находится абсолютная истина. И в каждом нашем сердце тоже. Но для того, чтобы это понять, то, что я сейчас говорю, надо ее поповторять какое-то время. Попробуйте вместе с нами это сделать. На листочках, наверное, нет. А там? Нет? Легко. Ом. Давайте все вместе. 3-4. Ом. Намо. Бхагавате. Васудевая. Все, никаких страшных букв здесь нет.
мантра, следующая будет мантра. Очень много слов, можно я не буду их переводить? Читананда парабрахма Пурушоттама параматама Шри Бхагавате самета Шри Бхагавате нама Ом Сачитананда парабрахма Пурушоттама параматама Шри Бхагавате самета Шри Бхагавате нама Hari Om Tat Sat, 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 Hari Om. Сачитананда парабрахма Пурушоттама параматама Шри Бхагавати самета Шри Бхагавате нама Ом Сачитананда парабрахма Пурушоттама параматама Шри Бхагавати самета Шри Бхагавате Hari Om Tat Sat, 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 Hari Om. Сачитананда парабрахма Пурушоттама параматама Шри Бхагавати самета Шри Бхагавате нама
Ом Сачитананда Парабрама Пурушотама Парама Тама Шри Бхагавати Самета Шри Бхагавате Нама. Мула мантра. Мула, наверное, стоит перевести. Мула — это корень, с санскрита переводится. Всем, кому не хватает корней, всем, кому не хватает хорошего заземления, контакта с землей, контакта, да, боже мой, со своей родной страной, в конце концов, со своим родным городом, местом, квартирой. Да? Если кому-то этого не хватает, кому-то нужно крепко стать на ноги, вот это очень хорошая мантра для того, чтобы сделать это, в конце концов, вообще понять, где я, что я, и что нужно делать, чтобы вот конкретно здесь и сейчас мне лично и всем людям, которые вокруг меня, стало лучше. А вообще, я считаю, эта мантра, я вот на себе попробовала, был у меня эксперимент. После того, как Дарья познакомила меня с мантрами, я поняла, что у каждого из нас есть какие-то свои, может быть, не изъяны, но какие-то черты, я не знаю, ну, какие-то комплексы, так скажем, да, и они очень портят нам жизнь. А вот если эту мантру, она, кстати, есть у вас на листочках спасения, если эту мантру читать по 108 раз в день в течение, ну, допустим, месяца, поверьте, будет вам счастье, станет настолько легко. Ну, вот это я подопытный кролик, который на себе ставил этот эксперимент. Такая вот хорошая мантра. Yeah.
Спасибо. Ом намо нараяная. Нараяна — это, в общем-то, имя, одно из имен абсолютной истины. Нара переводится как человек, еще как переводится как прибежище. Вот если вдуматься, да, вот каждый из нас, опять все то же самое. Ничего другого тут невозможно перевести. В каждом из нас есть абсолютная истина. Люди, цените это, не забывайте, пожалуйста. Потому что это очень важно. Каждую секунду своей жизни помнить о том, что рядом с нами есть, я даже не знаю, как сказать, существо, да, которое все время смотрит, что происходит. Не бойся меня. Давайте споем об этом. И бояться этого совершенно не нужно. Это существо, которое обладает бесконечной любовью. Оно смотрит с любовью за тем, что происходит. Thank you.
Вот так мы и завершили первое отделение нашего концерта. У вас есть время передохнуть у всех и присутствующих здесь, и у мониторов. Скоро увидимся, услышимся, и приятного вам продолжения вечера.
Спасибо. Это была мантра богини Сарасвати. И в ваших спас-пакетах она присутствует. Если кому-то нужно вдохновиться на творчество, это богиня знания и духовного, и материального знания, богиня речи. И она покровительствует музыкантам, артистам. Вот кому-то надо лекцию прочитать. Пошли, сказали 108 раз. И вдохновленные приходите читать своим студентам. Намного легче все происходит. А следующая песня про любовь. Да? Харе Кришна. Мантры в действии. Да, если вот происходить, вообще хоть какую-то работу со звуком производить, начинаешь вот такие вот вещи в жизни замечать. Что-то где-то чего-то сказал, и слышишь ответ Вселенной от того, что ты сказал, кому сказал и зачем сказал. Принести листик и ручку. Рисовать. Чичирата, Рамана, Арибу.
Спасибо большое. И следующее мы будем петь «Ом мани падме хум». Я думаю, что все слышали хоть раз в жизни эту мантру. Самая известная мантра из буддизма, которая, если ее очень-очень долго повторять, позволяет человеку достичь просветления и развить в себе сострадание ко всем живым существам. Вот. Ну и, собственно, если кто интересуется, она... Что она делает, Катя? Дарит радость. Хорошо, пусть будет дарить радость. Мне дарит радость. Ну, вообще, вы сами сейчас можете в этом убедиться. Я думаю, что под то, что мы сейчас будем петь, ну, можно как-то поучаствовать в процессе. Это не так тяжело сделать. Мы уже поучаствовали, да? Да-да-да, именно так и нужно участвовать.
Спасибо. Джей Ратна Мадхава. Опять бесконечное количество мантр про любовь, и это все про то же. Про пчел, про цветы, про нектар, про взаимоотношения влюбленных. Сейчас будет мантра, Гаятри мантра, мантра всех йогов.
Вообще-то для чего она? Для того, чтобы медитировать на высшие силы, которые могут просветить наш разум, чтобы понять вообще, что происходит и зачем происходит. Но вот мы как бы немножко... Мы просто получаем от нее удовольствие. Я думаю, что вы сейчас поймете, почему. Это лучшая мантра, чтобы с нее начинать день. Я, честно, каждое утро начинаю с этой мантры. Вот. И настроение просто великолепно весь день.
Кавинда Джая Джая. Ну, кто не слышал? Все слышали? Помогайте нам, пожалуйста. Привет, Кула Шейкер. И всем, кто любит тоже, да. Мы снова в эфире. Рам? Ты можешь рассказать про Рам, Катя, что-нибудь из личного опыта? Дарья Сергеевна написала эту мантру, когда мантру очень... Мантру я не написала, ну, в смысле... это просто мелодия. Как мелодия, ну, понимаете? Да. И выбрала именно это священное слово в трудный для меня период. И вот прямо вот в тот момент, когда мне было совсем не очень, не очень, вот, она вот ее сочинила. И после того, как я ее услышала, и после того, как я ее прочувствовала, ну, то есть озвучила уже сама эту мелодию, я поняла, что вот вообще это та мантра, которая очень легка для запоминания, там всего одно слово «рам». Но
эти три буквы содержат в себе целую вселенную. Это вселенная сил, приятных вибраций, которые могут вас подзарядить в любой момент вашей жизни. То есть вот просто говоришь «рам», и у тебя внутри начинает светить солнце. Ну, если, конечно, вы внутри захотите его зажечь. Вот. Поэтому это та самая мантра, которой мы хотим завершить наше сегодняшнее выступление. Олег? Thank you.
Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Конца света не наступило, но я надеюсь, для вас началом света был наш сегодняшний концерт. Нам было очень светло и солнечно с вами. Спасибо. Спасибо огромное. Thank you.
Спасибо большое. Мантра проект Soul Kitchen.